В этом зале кипят страсти покруче, чем в бразильских сериалах. Ребята плачут, смеются и даже валяются на полу. Мастер-класс по актерскому мастерству «Вся наша жизнь – игра» для школьников проводит режиссер Игорь Кузнецов. За короткое время мастер стремится помочь ученикам побороть свои комплексы и снять зажимы. Ведь уметь держать себя перед публикой – навык, который пригодится всем. Упражнение у нас первое было – это зеркало, это чувствовать своего партнера. Потому что сцена – это в первую очередь партнер, и как раз работать с ним. 6 кадров – это ребята понимают, из чего состоит произведение. То есть не просто там, вот история какая-то произошла, из каких сюжетных моментов, чтобы интересно в будущем, например, пересказывать и рассказывать другие истории. У Ивана Нинашева за плечами уже есть опыт актерской игры. Однако сегодняшний урок для него открыл новые горизонты. Управлять своим голосом, мыслями, а главное – быть органичным как на сцене, так и в жизни. В этом заключается мастерство актера, признается Иван. Я научился работать в группе, ставить какие-то этюды, зарисовки. Очень мне понравилось, профессиональные подготовили меня, дали задание, мы с нашей группой отлично выступили. Мне мастер-класс понравился, я бы еще посещал такие подобные занятия. В будущем я хочу стать актером, поэтому мне это будет очень полезно. Во время разминки ребята учились выговаривать различные слова и фразы, пробовали почувствовать своего партнера, показывали сценки из известных сказок, изображали различные эмоции. Библиотека сегодня – это не просто место, куда хочется прийти за книгой, это место, которое является арт-пространством, где ты развиваешь свои творческие способности. Каждый может найти для себя что-то такое, что необходимо именно ему. А кто-то хочет просто прийти поработать, пожалуйста, приходите, работайте, приходите, читайте, проводите время с друзьями. Сегодня это все возможно в библиотеке. По словам участников мастер-класса, теперь воспринимать театральные постановки они будут иначе. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.